сегодня у нас выступят как специальные гости. Это Роман Мирошниченко и Ларри Корио. Совсем недавно записано классики композитора Гарри Войнова, которые принимали участие, и Роман, и Ларри. Я на саксофоне. В первую очередь хочу поблагодарить Игоря, который предоставил нам эту возможность сегодня. Визит Ларри сюда не случайен в Россию. Первую композицию мы сыграем, которая входит в проект под названием «Poetic Jazz», идея которого принадлежит замечательному композитору Гарри Вольнову. И Игорь, Ларри и я оказались гостями этого альбома, и каждый внес свой маленький вклад. Сейчас исполним композицию, которая называется «Лангедок». Thank you.
Thank you.